Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, так, да или нет. Говорю, да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь.